Здравствуйте, дорогие друзья. С вами канал Травадно. И сегодня у нас, похоже, знаете, что будет? Весьма очень интересная серия. В общем, серия будет вот о чем. В самом деле, сегодня узнаем, за сколько минут у нас закончится бензин на Формуле 1. Вот, бензин у нас синий. Ну вы поняли, короче, вот эта фигня, синяя линия, она показывает бензин, красная, это кипит, не кипит двигатель, и в общем будет конкретно сегодня весело. Ролик будет короткий, но со смыслом, то есть мы поймем, за сколько у нас закончится бензин. На Формуле 1. Ну что ж, пожалуй, мы начнем. Зажимаем одну кнопочку интересную, и у нас машина начинает сама давать газ. Все, вот мои руки, мои ноги здесь. Могу спокойно попить воды. Что, ребят, мне кажется, что мы видели, сколько минут закончится бензин. Точно часов. Формула 1. Да, была действительно долго и мучительно, так скажем. Я считаю, вам я не советую такое повторять, потому что это очень долго, и вы устанете ждать, когда закончится этот долбанный бензин. В самом деле, я просидел около 2 часов, чтобы узнать, за сколько закончится у Формулы 1 бензин. На заднем ходу со скоростью 32 км в час. Ребята, это капец какой-то. Ну, серьезно говорю, это вообще не смешно. 2 часа просидел, 2. Чтобы понять, сколько кончится часов бензин. Я уже чуть с ума не сошел, когда я смотрю вот это вот послание, такой думаю, сейчас оно еще 1,5 часа будет. Вот это вот. Знаете, что вот самое странное? Что посредине бензин. Чем-то долго не кончался, это странно как-то. Я смотрел, думаю, да хрен с тобой. Мне потом вдруг стало не смешно. А что если вдруг не закончится? Я же помню, как-то поделал тачку долго, а потом как-то кончился бензин полностью. Я потом восстановил и стал полный бак бензина. Во-первых, у нас скоро будет еще пару интересных роликов, которые мы увидим. Спать еще худо. Короче, я устал дико. В следующей серии мы подбираем
два разных автомобиля. То есть Формула-1 мы выбираем трассу, где можно будет очень долго и напрямую ехать. Просто без поворотов, без всяких, а просто вот прямо. Потом, когда будет конец поля, мы разворачиваемся и едем опять же точно так же. Ну, я считаю, что за час бензин точно там кончится, даже за меньшее время. И еще мы возьмем тачку побыстрее. То есть это будет у нас дороговой автомобиль. Какой-нибудь. И мы посмотрим, что она нам покажет. А мы что-то... Понимаете, дороговой автомобиль, он быстро разгоняется. Возможно, это будет у нас рекордное число. Самое короткое время, за которым можно потратить бензин. Или как-то наоборот. Ну, короче, вы поняли. Мне нужно постараться смотреть, ну, проехать, короче. Ребята, я уже вас сам запутался. Стал, потому что... Короче, ребята. Тратить бензин будем на дороговом автомобиле. И посмотрим, за сколько он у нас потратится. На этом всё. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, если вы впервые, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Всем удачи, всем пока-пока, друзья.